Самоделкины отдыхают. Сегодня с этой яблони снимаю яблоки. Вот в этот бак. И как же снимать яблоки, их не бросая? Вот так срываешь, бросаешь в бак. Они при этом травмируются и не сохраняются, вообще не лежат. И вот я придумал как. Смотрите. Бросаешь на подушку. Вот подушка здесь такая мягкая. Бросаешь яблоки на подушку. Они при этом вообще не травмируются, сохраняются. Потом просто с земли их перекладываешь в бак. Вот еще раз попробую. Они при этом вообще не травмируются, чистенькие, не мятенькие. Просто их в бак ложишь и в погреб.